Всем привет, дорогие друзья! Большой-большой привет из Турции, из Кемера. У нас апрель, и наш отдых продолжается. Сегодня, как всегда, день со мной. Рыночек этот очень легко найти. Есть вот здесь мечеть. Там прямо, если пойдете, Мигрос. Ну, в общем, недалеко от вот этой вот часовни, которая стоит на площади. Можно с той стороны идти, можно с этой стороны идти. Здесь, смотрю, уже заколочки тоже продают мои любимые. Здравствуйте. Текстиль. Текстильные изделия. Я все смотрю себе покрывало какое-нибудь. Ну, такое красивое. Возьму только если красивое. И вот такой вот, смотрите, огромный-огромный продуктовый рынок. Так, турецкие сладости. Потеряться, где что сделать? А ты не теряйся, у тебя же телефон есть, если что. Телефон есть, если что, и что? Так, чая здесь папиного любимого нет? Турецкие сладости. Пахлава. Саня, покажи, она хочет пахлаву. Да, она везде здесь, Вань. Сейчас подожди, постепенно пройдемся. Ты думаешь, это одна эта палаточка, их здесь много. Пойдем вот здесь посмотрим, сколько клубничка стоит. Так, что здесь есть? Горох по 5 лир, 50 рублей. Что ты, банан хочешь? Эти огурцы 5 лир, 50 рублей. Здравствуйте. Клубника. Клубника крупная, 10 лир. Сейчас возьмем. Сейчас просто обойдем, все посмотрим и возьмем себе в номер сегодня клубнички по 10 лир. Ну да, я и говорю, возьмем сегодня. Вот это что такое, не пойму. Ананасы. Арбузы даже есть. Рынок большой. Цены копеечные. Почему у нас таких цен нет? А, маску надеть сейчас надень. Какие-то полузеленые помидоры. 7 лир. 6 лир. Надо же, завалы овощей. Это вот интересно, все фермеры приезжают, торгуют. Помидорки черри 8 лир. 80 рублей. Но это не черри на ветке. 80 рублей. А вот черри. Вот черри. Ну-ка сейчас. Черри сколько стоит? 5 лир. 50 рублей. А это что такое, Ваня, интересно? Что-то зеленое такое. Смотрите, плавает еще что-то. Что это такое? Не знаю, что это такое. В общем, 70 рублей помидоры. Вообще красота. Вот 8 лир. Клубника помельче. Покрупнее там подороже. Помельче 8 лир. А мне кажется, помельче так даже еще и лучше. Яблоки 4 лиры. 40 рублей. Ну, яблоки-то не хочется. Там рыбные какие-то отделы. Здесь специи. Гранатовый соус. Приправы. Приправы. Идем дальше. 6 лир 60 рублей, да? В смысле, а где еще? Да, сейчас весь обойдем, посмотрим. Это, вот видите, прям продают чечевицу в мешках, крупу на килограмм. Рыба. Большой ассортимент рыбы. Ну, здесь, понятное дело, что ты готовить ее не будешь. Зачем она нужна? Тоже 10 лир. А вот со сладостями сидят как-то вот чуть подальше. То есть это рыба, Ивань, пахнет. Пойдем в обратную сторону. Запах от рыбки он еще тот.
Ты знаешь, что это рыба, да? Запах. Ой, ну клубника прям вообще красивая. Сейчас там на выходе возьмем. И также, смотрите, продают рассаду. Вот клубника я вижу по рассаде. Хорошая, да, я видела. Апельсины вот 5 лир. 50 рублей. Киви, Вань, 15 лир. 150 рублей. Интересно, они спелые киви или нет? Так, ну здесь овощи. Пойдем вон там пройдем. Овощи мы поняли уже, какая цена. Цена копеечная. Нам бы такие цены, к нам в Зеленоград. У нас придет... Ой, смотри, ты что? А, 15 лир. Не-не, спасибо, не. Это угощали клубникой, но я же грязную не буду есть. А? Оливки 30 лир, 40 лир, 300-400 рублей. Сыры, но я не очень хорошо знаю, что это за сыры. Ну, в общем, вы видите, 70 лир, 50 лир. Яйца 20 лир, 200 рублей, 3 десятка. Это вот листья этой виноградные, что ли, или какие? Творог или сыр творожный. 30 лир, 300 рублей. Оливки прямо в огромных, а, как это даже назвать, ведрах. В ведрах. Прямо вот так вот набирают. Все свеженько. Слушайте, ну так, значит, здесь очень много местных жителей-то. Что людей много. И полиция вот ходит, проверяет. Или это не полиция? Охрана, наверное. А, вот что это такое, я не смогла понять. Пепина. Пепина. Не знаю, что такое за пепина. 15 лир клубника здесь. 1 килограмм, 2 доллара. Ага, это для туристов очень написано. Вот он, мед в сотах. Ну, мед, конечно, не повезешь. Но и у нас тоже продается мед. Тяжелый. Хочется, вот если везти, то что-то не тяжелое отсюда. Так, сколько лимона? Нет ценника на лимоны. Апельсины 3 килограмма 10 лир. Но это, может, какие-то уже не очень вкусные. Это семечки здесь жарят. Такая машинка для семечек здесь. Это вот орехи. Орехи, чернослив. Помимо овощей, что здесь еще есть? Надо посмотреть. Булочки, что есть? Кукуруза есть там. Кукуруза. И ну вот он, собственно говоря, все начинается. Вот центр, магазин ФЛО. И вот отсюда начинается рынок от ФЛО. Слушайте, даже не верится. На 2 доллара купили 2 килограмма клубники. На 2 доллара 2 килограмма клубники. За 150 рублей. Ну сколько сейчас доллар? 75? Да, за 150 рублей. За 150 рублей. Пойдем. А что вы хотите показать? А, не, чай. Не хочу чай. Это не такой чай. Атом есть у вас чай? Атом? Атом. А вот это лучше атома чай. Вот эти эвкалиптовые. От простуда, насморк, грипп, бронхит, астма. Не, а атома нету? Нету. Есть имбирный, давление постоянное. Не, у меня муж любит атом. Он его только пьет. А я такие вообще не люблю эти. Да вы что? Порошковые. Ну, если вот это вот султанча от желудка, от почек, где вена пропустит, разъезжает, сколько повышает иммунитет. Как, какой султанчай? Вот он, вот. Ага. Вот он султанчай. Ну дайте попробовать. Что он из себя представляет? Ну, вообще, я знаю, что порошковый. Здесь составил 8 номинований приправы. Из чего он делается? Здесь составил 8 номинований приправы. Угу. Здесь 20% султан, 20% граната. Там потом идет шафран, мускатный орех, бергамот, кардамон, мята, тмин. Вот это вот. Ну, это типа атома тоже. Ну, такой он. А перец там есть? Перец есть.
перец, но, ну, чувствуется, что... Да, все, нет, спасибо, больше не будем. Ну, не знаю. Вот здесь приправы вот такие всякие вкусные, уважаемые. Приправы есть, так, да. Сейчас покажу вам приправы. Да, ты понюхай ее? Да не, нюхать не надо. Сейчас, подождите, я посмотрю, что у вас из приправ. Вот это что такое? Спайс, это перец, это да? Это вот приправа? Это приправа, угу. Для мяса. Мясо, шашлык, котлет, бараны, свинины, говядина. Для маринада. Это вот для рыбы. Здесь сушеная граната, шафран, ага. Мускатный орех. Это вот для плова. Плова там тоже, я говорю, угу. Куркума, мята, тмин, шафран. Ну, понятно, желтенький. А вы, здесь, вот а вы здесь всегда стоите на этом месте, да, или нет? Или вы всегда, вы всегда здесь? Всегда, вот я знаю, здесь, что да. У вас вроде палатка здесь всегда. Да, всегда. Ясно. Ну ладно, нам пока не надо, спасибо. Да, спасибо за то, что рассказали все. Все рассказали, все показали. Идем искать Оксану теперь, на поиски Оксаны. Ну, в магазин сейчас зайдем, водички попьем. Ну, чай так себе, я такие не люблю. Знаете, прям... вот как это, как комфортный спирт есть такой. Знаете, когда вот прям резкий такой, очень резкий вкус. Все, вышли с рынка. Подходим с вами к часовне. Там наша часовня. Ну, это считается такой центр здесь. Все автобусы останавливаются, если куда-то. Ну, вещевые же здесь же. Он только начинается от Бергамота, завтра, если он будет. Мигрос вот здесь где-то. А ты хочешь сейчас в Мигрос зайти? Так, вот здесь, видите, сегодня уже живенько. Вчера ходили, прям такой полувымерший город был. Сейчас вот тапочки, пожалуйста. Самые разные продают. Миллион обуви, зачем еще? Нет, я бы вот такие бы купила. Мне вот эти вот нравятся, они у меня уже все пришли в негодность. Они очень качественные, очень удобные. Надо спросить, сколько стоят. А куда мы торопимся? Я никуда не тороплюсь. Я хочу воды. Воды сейчас купим. А нам еще в аптеке телеуход надо купить. Все, здесь уже, видите, город живет своей жизнью. Город, поселок. Так, вот здесь, может, чай Адам папе есть. Сел и примерно 300. Это вот такие вот местные лавочки. Кофе. Слушайте, а чай Атом есть у вас, нет? Атом. Султан чай есть. Нет, нам не Атом надо. Нет, чай Атом. Такой, как сахар он, чай. Он с перцем, там, с имбирем, со всеми... Ну, вас нету, я вижу. Не, это султан. Он как сахар, как кусочки сахара такой, как рафинадка. Ну, это другой. Это кусочки сахара. Ну, это султан чай. А здесь какой состав? А сколько стоит? Здесь тоже, вот я смотрю, корица нарисована, лимон нарисован. Имбирь, жасмин. Шальпе, шиповник. Ну а что, это то же самое. Есть еще специи, карабивар, это не знаю почему. Ага. Корица есть. Еще 4 специи есть, я не знаю. И сколько такой стоит? $2. $2? Да. А тот синий, вот он с чем? Это эвкалипт. А с эвкалиптом. Тоже от простуды, да? Да. Ага. Ну дайте мне и тот, пожалуйста. А карты принимаете, да, вы здесь? Давайте. Еще что хотите? Все, больше ничего не надо. А сколько у вас пахлава, расскажете, стоит? А вот это, ну не пахлава, а это луком. Луком? Ага. За килограмм по $15. $15, а 150. А ты примерно 300 грамм? Не, я поняла. А не, пробовать не. Да не голодный, сейчас только с отеля. То, нас там так хорошо я кормят, что... Я не сказал, что вы голодны. Ну понятно, ну спасибо, уже просто не надо, невозможно. Так много всего у вас интересного. Ау. Что есть? Крем? Ну мы у вас всегда этот Долив берем, Долан Долив. Хорошая косметика, мне нравится. Распродажа тапочек. О, сейчас смотрите, вот эти вот всякие разрисованные появились ботинки. Это как наподобие мы с Оксаной, кстати, взяли. Помнишь, мы с тобой такие вот взяли ботинки? А я не знаю. Это, наверное, подделка. Слушай, а смотри, какие мужские хорошие тапочки. Не знаю. Что? Фирма какая? Ну вот это вот, не как у нас.
Просто похоже очень. Похоже. Ну вот. Пойдем, босоножки, так посмотреть. Просто посмотреть. А мы посмотрели все. Так, не, это мы уже... Ну, я уже взяла. Куда? Куда мне еще? А почему оно здесь должно дешевле быть? Сейчас купим воды, Вань. Сейчас зайдем в Мигрос и купим тебе водички. Какое? Здравствуйте. Не, не такое. Тогда такое. По доллару оно? Не, не такое. Я тогда вообще купила. Прямо класс. Пойдем. Запах, но да их не хоть еще надо. Много есть выборов таких мылов. Спасибо, спасибо. Не надо, да нет, пока нет. Мы сейчас пока не будем. Все, да. Снимаем, да все на камеру. И в прошлый раз снимали. Здравствуйте. А когда? Оксана, если не ошибаюсь. Да, я к вам все. Мне тоже. Я, короче, к вам приду, но мне нужна турчанка. Хорошо, номер. Какая тебе турчанка? Оксана, говори номер. Я, чтобы турчанку вызвать, мне надо это. А, так это вы здесь нашли? Мы же там в том месте шли. А вы уже здесь. Нормально, да, вы говорите? Плюс 7. Да где я сейчас? Свой номер скажи. Уходите. Вниз спускайтесь вниз. Да зачем нам покупать ничего не надо? Я так показать людям модели какие есть. Не, не, мне не надо. Так показать просто, что есть. Какие есть. Здравствуйте. Здравствуйте, добро пожаловать. Модели какие есть. Сейчас, видите, уже даже они как бы не больше не на кожу, а вот на такие вот какие-то пальто. Ване не нравится запах кожи. Такие вот какие-то пальто, кстати, как без рукавки такие. Мне неудобно вытащить. Да я помню, у меня... Куда я записала? Интересные модели. Ну, вот так вот, честно, глаз ни на что не падает, вот, чтобы что-то захотелось купить. Такого нет. Номер подружки? Ну, вот твой номер, да. Сейчас у меня... Потом... Сейчас еще подписчики у нас добавятся. Они на YouTube снимают в России, будут на рекламу YouTube делать. Проходите, проходите. Сейчас мы посмотрим, конечно, что у вас, какие красивые изделия. Очередь. Здравствуйте. Пожалуйста. Так... Что у вас есть интересного? Ну, все интересно. У вас все интересно. Какие есть современные модели? Посмотреть. У вас жена какие-то куртки или меха? Красные. Да, курточки посмотреть. Вот это сезон, я не знаю, лет 5 назад были популярные такие покупал. Вот сколько это, сейчас такие достают? Да, 5 лет назад, 5 лет еще будет. Потому что 5 лет классика. Еще будет. Классика, да. Ясно. Классика вам дальше, это получается 100 лет назад, но 100 лет еще будет. Еще 100 лет будет. Девочки, это так, фотограф Тиза, пожалуйста. Вещь, фотограф Тиза. Просто так можно, именно вещь, фотограф Тиза. Ух ты. В общем, сперва это говорят, снимите кожу, а потом говорят, снимать нельзя, эксклюзив. В общем, насмешили. Люди просят, приедьте, снимите обзор. Не-не-не, у нас эти модели украдут. Такие странные они. Я вот почему не люблю. Ну, нам и не надо, мы так поснимать, потому что люди некоторые спрашивают. Фло де-факто Мигрос Карфур магазин. Ну, и вот он, собственно говоря, рынок, да? Ну, заход вот отсюда. Мы просто сократили путь, с другой стороны зашли. Сейчас в Карфур зайдем, водички возьмем и пойдем уже до отеля. Пойдем. Я пойду на массаж. За 40 долларов. Оксана пойдет на улице, договорилась, за 20. А потом с ней сверим ощущения, что лучше. За 20 или за 40. И есть ли разница, самое главное. Стоит ли переплачивать или нет. Так, воду, да, Вань? Пойдем сразу, наверное, к воде. А? Сюда иди, Вань. Так, мы со своими пакетами сюда. А, кстати, эти сладости здесь. Сладости здесь уже, ну вот, по 9 лир 90 рублей. Ну, 100 рублей. А, 100 грамм. 100 грамм 100 рублей. А так-то 1000 рублей. Ну, тоже как бы и не дешевые. Совсем получается. 1000 рублей сладости. Мне уже от этих сладостей так
Водички, Вань, ищем. Так, в общем, смотрите, в прошлый раз я брала Ване вот такие вот эти леденцы от горла, и сама ими спасалась, когда болела. Очень классно. А вот это вот вся серия для взрослых. 25 лет стоимость, 250 рублей. Очень хорошая. Талиуход, вот он. Талиуход очень хорошо помогает от простуды. В том плане он не лечит, но облегчает вот эти вот симптомы. Нет, щетка нам не нужна. Щетка у нас есть. Так, ну мы так просто посмотреть, что есть еще. Леденцы. А, эти чупа-чупсы для детей какие-то, это, да? Для детей чупа-чупс вот так лучше, очень хорошо. Да не, он не, я просто смотрю, что и вот это мультивитамин серии солгарский. Очень мы хорошо брали в прошлый раз. Уже, ну, недавно у вас были, брали сейчас. Еще посмотреть, что есть. А, это что такое? Натуральное масло для ухода за волосами. Это просто масла какие-то. Оксана хочет маме крем купить. Я тоже хочу что-то купить такое интересное в подарок маме. Не знаю, что. Ну, что-то тоже возьму из косметики. Так, ладно. Здесь в аптеке говорят, что они в Россию тоже доставляют лекарства. А доставка сколько стоит? Это вот это... Килограмм, вот килограмм. Это 20, 2 килограмм, $20. $20, 2 килограмма. Да. Ага. Спасибо. Спасибо, так. Тебе вот от сухого кашля, вот ты взяла, вот от сухого кашля будешь сосать. Они очень хорошо помогают, вот эти леденцы. Обалденно. А, давай, Ваню нагрузила. Он все несет. Нет, ты что-то свое неси, ты себе чипсы набрал. Все, вот этот пакет возьми себе. Неси, я отсюда все нести мне. Смотри. А, вот Катон, здесь еще тоже магазинчик. Смотри. Ага. А Катон это русский? Вань, я тебе то же самое могу показать. Вот белый. Ясное дело, что если у тебя висит... Катон турецкая, это турецкий такой текстиль. Курточка, кстати, смотрите, какая симпатичная. Это не русский написано, это английский. Английский. Мы потом с вами пройдемся по салону с очками. Просто что-то как-то все не успеваем. Все не успеваем. Сейчас вот я тороплюсь на массаж. А так, конечно, еще потом прогуляемся. К вечеру пойдем. Все будем подробно смотреть. Может, завтра там. У нас дни есть. На экскурсии мы никуда не поедем, поэтому нам ходи и ходи. Ну что, пришла я в наше спа, значит, сказала вам, уже договорилась на $40 здесь, чтобы мне сейчас сделали массаж. Здесь, как видите, обстановка такая релакса, уюта, добрый день. Куда-то на второй этаж мы поднимаемся сейчас, чтобы сделать массаж. Девушка меня встречает, ну, здесь, как всегда, музыка такая расслабляющая играет. Что здесь, как всегда, кушеточка вот такая вот. И темно. Темно. Ну что, подвожу итог. В общем, очень понравилось, как делает девушка. Балийка. Ну вот, извините за прическу, но немножко она, потому что она, знаете, как-то по точкам. Так. Ну, то есть мне много где делали массаж. И лучший массаж это был в отеле Сентида Зайнеп. Там делала турчанка. Очень хорошо тоже делала. И здесь я так вроде как, знаете, сперва поднапряглась, потому что, ну, знаете, как поглаживают там вначале, а здесь прям раз так на точке как-то больновато, раз на точку больновато. А потом под конец, в общем, чуть ли не уснула. Ну, даже не то, что чуть ли не уснула, а практически уснула уже. Типа, мол, массаж, финиш. Понравилось. Понравилось. Ну, не знаю, как бы, я не знаю, сколько стоит эта услуга. Мне кажется, она стоит столько, сколько ты готов за нее заплатить. У нас в среднем, вот по Зеленограду я смотрела, можно найти за 2500, можно найти за 3000. Ну, весь вопрос в том, как тебе будут делать. Ну, мне бы хотелось вернуться еще, сходить сюда. Ну, спросим сегодня у Оксаны за $20, понравилось ей или нет. Здесь вот так вот, смотрите, релакс. Помимо меня никого сейчас нет, но на свете аншлага нет, поэтому и никого нет. Прям такая музыка мелодичная.
играет вообще просто, просто фантастику. Так, ну что, дорогие друзья, на этом мое видео вот это вот заканчивается. Сейчас мы идем на обед, в главный ресторан, он будет по меню, сейчас посмотрим с вами меню, но это будет уже в следующем видео. А всем, как всегда, желаю добра, удачи, позитива, и совсем скоро увидимся с вами вновь. Пока-пока.